До Нового года еще немного осталось, потерпи. Окей, мам. Рахим. Понял. Мам, я это больше не могу есть. Как? Ешь, он крабовый салат остался, это все пропадет. Давай быстрее ешь. Ешь салат, все пропадет. Че сидишь, смотришь? Давай ешь колбасу, сыр. Все пропадет же, блин, я все зря готовила. Ульян, давай. Раз, два, три. Ты проиграла. Я хочу, чтобы они были чистыми. What the fuck? Ой, ну чупу-чу. Спасибо, давай. Наш, рисуй, мандарин. Ульяна, дисфункция ног. Что ты сделал, Ульян? Ну, поднимитесь. Рахим, дисфункция рук. Раз. Хо-хо-хо, Merry Christmas! Дина, я купил молоко. Это не то молоко. Ну ты даже не посмотрела. Я не пью молоко. Дина, успокойся, ты слышишь ПМС? Ты всего лишь ПМС? Да ты хоть что-нибудь знаешь? А ПМС? Это когда у тебя начинает болеть живот, а к нему присоединяются сиськи, которые мы так сильно любим, а потом тебя отпускает. Ты начинаешь любить весь мир, но нет. После этого ты хочешь срать, спать, кушать, пердеть и жрать! И все это одновременно, понимаешь, о чем я тебе говорю? Успокойся.
Да ладно тебе, ты всё лишь поможешь. Боже мой, ты это не спрашивала. Ну, я у тебя не спрашивал. Рахим, ты проиграл спор. Я хочу, чтобы ты перекрасил волосы. Ну что, пошла вода в хату. Сейчас на альбиноса похож. Серьезно тебе говорю. Диндон, давай. Раз, два, три. А, ты проиграл. Иди в любой парфюмерный магазин и побрызгайся духами перед консультантом. Принцесса, давай. Раз, два, три. Ты проиграл. Принцесса хочет замок. А теперь я хочу, чтобы ты подарил это девочке. Да? Раз, два, три. Подкати к тому манекену. О, Дин, ты уже приехала? А можешь, пожалуйста, покушать приготовить? Дина, может, чемодан твой взять? Нет, спасибо, я сама. Ну ладно. Спасибо большое. Может, что-то напополам разделим? Спасибо. Что мы не приедем. Мне очень. Здравствуйте. А не сможете меня накормить, пожалуйста, хотя бы маленькую шаурму? Я просто денег кушал, хотя бы что-нибудь можете дать? Работаю, да, буду не работать. Я вот работал месяц целый. Приехал из Узбекистана и выгнали. Вот. Я тоже теперь хожу тут. Пойдем, а где вы меня покормите? Сквер. На самом деле это был социальный эксперимент. Пойдемте, я вас нормально накормлю и покушайте. Я вам денег дам. Пойдемте. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, две шаурмы? Сделайте? Или нет? Спасибо большое. Вам не холодно? Нет. Может, вам перчатки купить еще? Варюшки. Шапку? Взял шарф, мам? Так, нужен. И варишь. О, кто самая красивая девочка на свете? Я красивая девочка на свете. А кто самая милая? Я милая, я. А кто ты? Принцесска? Я принцесска! Диван скрипит. Принесешь отвертку, я подкреплю здесь. Сейчас. Принцесса на коровнике.